ДТП произошло сегодня днем на пересечении улицы Чайковского и Московского тракта. Дорогу не поделили две иномарки. Происшествие серьезно затруднило движение другим автомобилям. Еще одна авария произошла накануне на пересечении улиц Карла Маркса и Чайковского. Там также столкнулись две иномарки. От сильнейшего удара одна из легковушек вылетела на середину перекрестка, другая врезалась в ограждение. В салонах обеих машин сработали подушки безопасности. В результате данного ДТП пассажирка автомашины Subaru Impreza получила травмы, потому что была не пристегнута ремнем безопасности. Как утверждают оба водителя, они ехали на разрешающий сигнал светофора. По данному факту сотрудниками ГИБДД будет проведена проверка. А вот итог ДТП, которое произошло в минувший вторник в центре города, куда печальнее. От полученных травм попавшая под автобус женщина скончалась в больнице.